Сегодня, 1 сентября, во всей стране отмечается День знаний. 23 тысячи учеников Каспийска нарядились в школьную форму, заполнили рюкзаки книгами и тетрадками и отправились на встречу к знаниям. С самого утра в образовательных учреждениях города проходят торжественные первые звонки для первоклассников. В школе номер 6 имени Омарова развернулась школьная линейка, где детей встретила с торжественной речью директор образовательного учреждения Мадина Гамзатова. Они – главное украшение сегодня, первоклассники и первоклассники. И я искренне желаю, чтобы школьная жизнь наших новых учеников была всегда яркой, красивой, наполненной полезными знаниями, умениями, навыками, чтобы каждый школьный день был для них желанной встречей. Кроме того, в этот день в школе для первоклашек была подготовлена развлекательная программа, а именно театрализованная постановка от учеников. В Каспийской гимназии встретили первоклассников традиционной Гергеевской лезгинкой от приглашенных гостей. Отметим, что к празднику присоединился и глава города Борис Гонцов. Он, в свою очередь, обратился ко всем школьникам с напутственной речью. Всех поздравляю вас с первым учебным днем, с первыми шагами. Спасибо. В гимназию с первыми шагами в мир знаний. Всего самого доброго, самого хорошего, успехов. И учебных, и житейских, и семейных. Всего самого здоровья, мира и счастья. Также в мероприятии приняли участие депутат собрания депутатов, руководитель Каспийского филиала «Единый оператор» Магомед Загир Исаев, представитель благотворительного фонда «Инсан» Ахмат Евпатов и другие. Приглашенные гости во главе с Борисом Гонцовым в рамках торжественной линейки повязали голубые галстуки школьникам, посвященных в ряды РДДМ «Движение первых». Особенный день сегодня и для школы номер 13, ведь теперь образовательное учреждение официально стало лицеем имени великого поэта Расула Гамзатова. Поздравил учебное заведение в этот знаменательный день заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов. Хочу вас поздравить с таким знаменательным днем, днем знаний. Пожелать вам всем удачи, чтобы в этом учебном году у вас были только хорошие отметки. И всегда, я думаю, что вы должны быть первыми во всех начинаниях. В завершении мероприятия начальник управления образования города Каспийска Лариса Абрамова отметила, что в этом учебном году за школьную парту сядут порядка 2800 первоклассников. Я надеюсь, что учебный год и для первоклассников, и для всех наших детей, учащихся наших школ, будет успешным, спокойным, тихим, для родителей будет благополучным. И я надеюсь, что в новом учебном году мы с учащимися и педагогическим составом Каспийских школ покажем еще более высокие результаты, чем в предыдущем году. Самое главное – всем нам мира и здоровья. Отметим, что в организации первых звонков принимали непосредственное участие сотрудники ветерана МВД по городу Каспийску, а также добровольные народные дружинники, которые, в свою очередь, обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении массовых мероприятий.